Я рада витать вас на хвале в белорусской редакции польского радио для замежа. Сердечно дякую авторам усіх листов, что пришли на Донецкую скрину и электронный адрес у Беларуси. Гэтую корреспонденцию я буду соблюдать у сегодняшней и наступной передачах. А зараз звернемся до листов, які пришли до нас по традиционной почте от постоянного слухача Збарановича Міхася Маліновського. Ён старанно осушує сигнал нашей радиостанции. Вот что пишет автор. Дякуючи примачу сумник, приймаю згаданные далі передачи. 28 вересня, частота 12 095 кГц, час приему с 16.30 до 17.07. Передача приймалася добре. Адзнаки пасімпа. 4-4-4-4-4. Вельми сподобалася автору, як заўсёды выдатна ведзе передачу Наталя Грышкевіч. Пішу кастрычніка на згаданай частоце з 16.40 хвілін до 17.07 сигнал ішоў з шумами, плаваючымі гуками. Тяжко было схватить лесом с передачи. Однаки его наступные. 3-3-3-3-3. 8-го кастрычника. Автор слухал нас с 16.00. Хвилин. 18.00. На частоте 12.95. Усяродный однаковый прослухал меня по шкале Синта отрымала трехсетку. У нас этим день летом кастрычника. А так что?